Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы, Всадники и Олуха. Так, заберем, пожалуй, пак. Монеты. Так, а здесь шторморез, душитель, алая плеть. Так, чутка ресурсов. Ну что, сегодня события, друзья мои. Как я вам и обещал, сегодня будем начинать драконья демография. Мне очень интересно посмотреть, что это за задание. Оно коротенькое, ребят. Да мы его по ходу дела сейчас прям и пройдем. Ну что ж, вперед тогда и с песней. Не будем с тобой долго оттягивать это дело. Сразу начнем с наказания. Громобой плюс древоруб. Вот такая вот команда здесь стоит. Волны будет у нас пока две. Но самое противное, что здесь, друзья, у нас стражи. Тут идут стражи. Это как бы не очень хорошо. Потому что они очень долго разбираются. И намучимся мы с ними сейчас по ходу дела. Но будем надеяться на лучшее. Так, здесь, наверное, уничтожим. Так, громобой там выпендривается. Сейчас посмотрим, что он... Вот так он решил сделать. Ладно, мы здесь куснем. Здесь тоже немножко бомбанем. И немножечко вот так вот. Сейчас будет суперудар. 100% тебе говорю. Не массовый, конечно, он сделал почему-то. Хотя мог бы. Ну да ладно, здесь мы его добили. Так, здесь нас встречают два злобных змеевика. Один из них шустрый. То есть разбирается он быстро именно фиолами. Мы еще, наверное, хильнемся. И, скорее всего, добить не сможем. Ладно, ничего страшного. По крайней мере, немножко кусанули. Так, змеевики выпендриваются. Мы это прекрасно видим. Совсем нюх потеряли. Ну, уничтожаем одного из них. Так, здесь делаем укус. И, скорее всего, Барсик его добьет. И, в принципе, первый поединок будет у нас пройден. Как-то так. Ну что, я надеюсь на хороший куш. Именно из этой рулетки. Либо рыба, либо древесина. Лучше, конечно, мне кажется, древесину. Но рыба тоже пойдет. Так, ну что, первый поединок у нас пройден. Мы забираем с тобой загадочный пак. И дальше у нас идет просто поединок, после которого мы получим с тобой 1000 тусклого янтаря. Поехали. Тут награда такая себе, ребят. Всего лишь паки. Ареновские паки. Самые начальные, даже не продвинутые. Так что это событие должно быть вообще изечным. Проходиться должно на изи. Так, ну что, давай здесь укус сделаем. По идее, лучше нам, конечно, шустрых бомбить, чем фиолок. Ну, ладно, так уж и быть. Пока займемся фиолками. Шустрый там допрыгается. Можно... Ну, давай сделаем отхил. Хотя зачем нам... не будем отхил делать. У нас фул хп, ё-моё. Нам пока это не актуально. Так, ну что-то сейчас будем делать. Да, она пыхнет все-таки. Да, он пыхнет. Понижает нам, друзья мои, атаку. Ну, Барсик, давай. Отлично. Переходим на вторую волну. И здесь у нас мелкий громыль плюс сородич кривоклыка. Этот сородич еще тот вредитель, потому что он усиливает себе атаку. У него такой баф есть. Но я думаю, что он уже доигрался. Так, а этот у нас типа как сарделька, тоже бьет хвостом. Раз, два. Сделаем вот так вот. И кусаем. Это страж еще к тому же, поэтому кривоклык здесь, конечно же, будет рулить. А вот они, эти злосчастные фаерболы. Мы, естественно, отхиливаемся и, наверное, уже добиваем. Замечательно. Ну что, ребята, крутим колесо. На этот раз нам выпадает... О, необычный пак. Давно его не было. В нашей, так сказать, коллекции. Забираем 1000 тусклого янтаря и бежим с тобой опять же на обычный самый поединок. Янтарь потом мы с тобой посмотрим. Кстати, надо будет глянуть, построились ли у нас домики. Мы же с тобой заказывали два домика, да? На улучшение. И посмотреть, сколько там нам не хватает еще викингов для прокачки дальнейшей. По-моему, там еще один домик надо влепить. Так, ну что, я начну с кревета. Они, кстати, все тут шустрые, хитрые, поэтому нам их будет очень легко разобрать. Особенно это касается Барсика и Штормореза. Они как раз против шустрых. Или хитрых, как их там назвать-то лучше. Так, волны, как ты видишь, две. Две сохраняются.
И это даже очень круто. Ну что, мы этого добиваем и переходим с тобой на последнюю волну. Здесь уже три противника. Страж есть среди них. Есть Шустрый. Наверное, мы... Ну, давай с него начнем. Сделаем так. Ну, Кривоклык, к сожалению, его добить не сможет. Но он смог бы неплохо нанести урон скале. Так, давай. Ух ты, как он круто оглушил. Да посмотри, этот будет бафаться, нет? Не будет он ничего тут делать. Поэтому мы его кусаем. Скала ничего не сделает, у него должно быть 3 энергии, чтобы он мог оглушить. Оу, Барсик, ты сегодня в ударе, я смотрю. Молодец, красавчик. Добивает наших противников одного за другим. Так, ну что, здесь уже выход, как говорится, Кривоклыка. Потому что Кривоклык будет очень хорошо станить. Ой, станет это он. А Кривоклык хорошо будет наносить дамаг. Смотрите как, по 311 шпарит. Это дорогого стоит. Ну и, видимо, добивка. Нормуль. Так, очередное колесо крутанули и забрали с тобой 75 миллионов рыбы. Ну, это как-то мало будет. Плюс забираем с тобой ареновский пак. Самый-самый начальный, самый первый, который содержит 232 новичка. Так, Шторморез, Чудовище, Шепот Смерти. Ну и, в принципе, все. Переходим с тобой на мини-босса. Кто там будет? Сколько волн? Наверное, 2 волны, как всегда. И мы видим 2 Шустрых плюс Древоруб. Естественно, начну. Слушай, подожди, естественно, начну. Древоруба трогать я пока не буду, потому что он страж. Мы на нем очень много времени потратим. Тогда я начну с Громорога. Куда он? Так, понял. Змеевик куда будет бомбить? Неужели сюда? Нет, что-то они немножко не то делают. Ну, это, в принципе, мне только на руку. Так, Громорог. Здесь мы минусуем. Дальше пойдет злобный змеевик. Трать суперудар. Отлично. Чтобы этому не хватило древорубу на атаку. Вот для чего это все делается. Здесь понижаем защиту. Барсик, сможешь его ухлопать? Не хватает чуть-чуть. Ладно, в следующий ход, естественно, змеевика уничтожаем. И остается древоруб. Вот сейчас он, ребята, пламенем, скорее всего, жахнет. Да, я почему-то в этом даже не сомневался. Теперь нам нужно хильнуться в ответку. Мы хильнулись, ты не забывай, что это только первая волна. Потому что еще вторая будет. Так, мы еще раз хиляемся. И добиваем. Ёк-макарёк. Здесь древоруб — это босс. Вот это новости. 16 уровня. Так, ладно. Смотри, что творит. Понижает нам защиту. Угу. Так, мы можем этого сразу нахлобучить. А можем сделать и вот так. Блин, бедный мой Шторморез. У всех у них пониженная защита. Ты видишь, да? То есть они очень быстро с ними могут разобраться, если захотят. Ну что ты будешь делать? Ага, вот так вот. Делаем укус. Бьем. Опять же хиляемся. И делаем укус. Барсик добивает. Замечательно. Ну что, очередное колесо. Мы забираем... О, у древесины почти 200 лямов. Такс, здесь закрываем. Ну и двигаемся на последний поединок с боссом. Смотрим. Сколько волн? 2, как всегда, да? Да, 2 волны. Так, я уже прицениваюсь. Начну с Шепота Смерти. Змеевик пока потерпит. Начнем именно отсюда.
Да ёк-макарёк, ну что ты не мог добить его, что ли, этого супостата, а? Видишь, что вытворяет? Слушай, нам надо Кривоклыка как-то спасать. Успевать спасать. Так, здесь уничтожаем. Дальше поехали. Хиляемся. Ах ты, жук. Смотри, понижение атаки, понижение защиты. Вот что они тут сделали нам. Вот такую пакость. Ну и остается он один. Угу, он еще и хилку себе врубил. Такой наивный, я прям не могу. Так, ребят, сейчас мы его располосуем и уже пойдем на Босяцкого. Это пока у нас мини-босс. Хиляемся еще разок. Все. Вот такой у нас, ребята, мини-босс здесь. Это змеевик. Промахнулся. Сразу же с промаха начал. Мне это нравится. Так. Его надо как можно быстрее, ребята, уничтожить. Вот этого вот. Престиголового. Потому что он будет фаерболами поливать, поверь мне. О, по-моему, мы сейчас потеряем с тобой одного. Слушай, нам повезло здесь. Нам здесь повезло. Так, теперь я, наверное, сделаю вот так вот. И поехали. Это Синька, Синька. Блин, Синька должна разбираться очень быстро. Но нам, блин, того стража как-то колупать еще надо. Короче, мы сделаем с тобой так. Я буду его сейчас кусать потихоньку. А этого возьму под контрольку. Наверное, так сделаем. Этого хочу взять под контрольку. То есть сейчас мы вот так вот сделаем. Вот. И пускай он потихонечку бомбит эту зелень. Как бы в помощь нам. Упс, вот это ты. Вот это ты помог, блин. Вот это ты помог, парень. Он специально это сделал, да? Он как знал. Ну давай, давай, давай. Молодец. Так, держи. Все, теперь этот парнишка под нашим контролем. Сейчас он сумочканет. Поехали. Укус. Блин, ты достался с той скоростью. Все, ребят, потеряли мы нашего бойца. Теперь делаем вот так. Ну и потихонечку начинаем его кромсать. Потихоньку, не спеша. Ничего у него не должно получиться, как ты понимаешь. Так, сейчас он звезданет, конечно. Но это ничего страшного, ребят. Ничего страшного абсолютно, потому что мы опять на него вешаем слепоту. И после этого уже, скорее всего, будет окончательный наш выход. Слушай, у него очень большая скорость, инициатива. Что-то он вообще. Ну все, сейчас ему крышка будет. Сейчас мы его раздавим. Вот и все. Событие, друзья мои, пройдено. Ну что, запускаем колесо. Забираем с тобой. Да ладно, еще один необычный пак. Что-то вы меня сегодня прям побаловали этим. И забираем элитный ареновский пак. Что там нам достанется? Шторморез, Костолом, Громыль, Чудовище, Вострозуб. И, в принципе, все. Так, здесь у нас... Опа, соточку. А, 50, 50, ребят. 50 сорвали. Так, что у тебя? Новенькое что-то есть? Не надо мне это, спасибо огромное. Обойдусь. Тут уже пак созрел у нас, оказывается. Костолом, Шепот, Кревет, Прихвостень и Ветрокрыл. Чемпион. Окей. Так, этот еще не прилетел. Сколько у нас железа? Кто-нибудь вообще прилетел с железом? Готовый уже, нет? Так, этот с древесиной уже стоит. Так, этот прокачался у нас. Лети, тренируйся дальше. Вот. 40, ребята, железа принес он нам.
То есть, получается... Подожди, а домики эти созрели уже, которые мы с тобой заказывали? Да. Вот, ребята. Домик один готов. А где-то же еще должен быть домик. Секунду. Что-то я не помню. Ну, один домик, это понятно. Что-то я не помню. Так, вот это можно, да, заказать? А где еще один дом? Нет, я точно скажу, могу сказать тебе, что мы заказывали два домика. Так вот где второй, никак не могу его увидеть. Так, пускай пока. У нас, кстати, мы можем купить или в магазине все, если закончилось, то закончилось. Да, если закончилось, то закончилось. Окей. Тогда лети пока за рыбой. Слушай, не могу найти дом. Просто не могу найти домик. А ты что сидишь, грустишь? Иди, тренируйся. Так, а ты у меня пойдешь за рыбой полетишь. Ага, вот он, ребят, вот он еще один дом. Так, то есть у него вместимость соточка. Итого у нас получается 3400, да? 3400, а не хватает нам 3590. Стоп. Подожди, если мы даже с тобой сделаем этот домик, это будет 3500. А где же еще тогда дом один? Еще получается где-то должен быть домик, который нам нужно улучшить. И вот вопрос. Где этот домик находится? Вот это уже интересно. Может быть он? Нет, этот. Не то. А какой тогда? Фига себе, 200 этих получили. Две награды сразу нам дали. Так, получаем пак. Древоруб, пристиголов, крылатый ужас. Ага, и там еще у нас награда. 500 вымпелов. Окей. Так, ну я продолжаю искать, друзья, на нашей карте домики. Домик викинга, который должен у нас пойти на прокачку. Это последний домик, который требуется прокачать. Но я почему-то вот тут не вижу. У нас домиков, конечно, много всяких. Но вот я не вижу именно того домика, который нам нужен. А он у нас точно хоть построен? Может быть, где у нас там постройки? Тут обменки, это не то. Янтарь пока еще не готов. Так, что у нас тут? Сарделька даст. Шестеренки, я понял. Так, и давай тогда в приключения, лети. Все-таки я не могу понять, где этот дом находится, который мы должны прокачать. Так, этот у нас строится. Как увидеть те дома, которые, вот, например, мы должны построить? Это же как-то в постройках же. Заходим в постройки, например, да?
Или как это делается, я уже и не помню. Блин. Задание Олха. Задание Олха — это не то. Оборона, обмен, образцы, наездники, путешествие — это все тоже не то. Блин какой-то, а? Я так припарюсь искать, ребят. Серьезно говорю. Это не те дома. Этот домик не тот, что нам нужен. Вот тут вот куча домиков. Опять же не те. Этот дом вот больше похож вот на такой, чем такие. Но как ты видишь, это, они не подходят сюда. Домик викингов. Хижина викингов. В общем, 3400, да, получается? Нам не хватит сотки. Как-то, как ни странно, нам не хватит с тобой сотки для того, чтобы прокачать. Понимаешь? У нас 3400 в данный момент, нужно 3590. То есть, я тебе говорю, еще одного дома, его нету. Или мы его не построили. Хотя, что значит мы его не построили? Построить должен был уже давным-давно. Где у нас вообще эти постройки-то все делаются? Я уже не помню, если честно, как зайти именно в те постройки, которые должны, ну, например, там строиться. Это не в наездниках. Это рынок. Вот, викинги, да? Викинги. Найти домик викингов. Вот этот? Вот он, ребята. Вот он, еще один домик. Вот это как раз будет последний домик, который мы с тобой должны будем сделать. Благо, тут все-таки есть поисковая система, и домик мы с тобой этот обнаружили. То есть теперь нам нужно что? Нам нужно теперь только лишь ну, ресурсы, одним словом. Так, давай мы откроем здесь паки. Так, выпадает древоруб, чудовище, парящий прихвости. Так, ну и немножко ресурсов. И два у нас необычных пака. Ох, оу. Ну это, вот это я поменяю. Так, тайфумеранг. Естественно, мы его сразу отпускаем. Но не нужен он нам. За ненадобностью. Отпустить, да. Так-с, хорошие паки. Рыба, древесина, рыба, древесина, лаварык. Тоже его отпускаем. Да. Итого 625 древесины, 612. Так, ну-ка, сколько тебе? 710. Так, а кто же у нас? Ветрокрыл, да? Ветрокрыл у нас. А, он сбор железа и так делает. Так, а что же тогда у нас остается? Подожди-ка. Этот, где у нас? Сейчас. Не шторморез, а... Вот здесь вот. 600, вот, иди сюда. Лети, родной, лети. Все, ребята, после того, как он принесет нам 40 железа, у нас будет 68. Соответственно, у нас прокачивается этот домик. И я сразу заказываю следующий. Вот это, главное не забыть, вот этот домик. И все, ребята, после этого мы... Интересно, а там нужно железо для того, чтобы прокачать вот тут вот? Не знаю. После этого мы прокачиваем с тобой склад, уже будет вместимость 400 железа, и уже только после этого, друзья мои, мы сможем дальше наших прокачивать драконов, которые идут от 120, от 140 железа, да? Да, именно таким способом мы и будем действовать. Ну что, друзья мои, а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.